быстро ты подошел. Добрый день. Добрый. Цель остановки. По-другому. Цель обращения. Обращение? Да. Какого обращения? Ну вы же обращаетесь? Да. Ну вот я и спрашиваю. Цель обращения, во-первых, есть стоянка запущена. А где знак? Знак? Хоть один. Вас интересует знак? Ну, желательно, да. Вообще, вблизи 15-25 метров от остановки даже останавливается. Ну, тут да. Гораздо больше, чем... Ну, вряд ли, здесь больше. Будем мерить? Да. Давайте. Давайте рулетку, сейчас будем мерить, конечно. Не вопрос. Давайте посмотрим ваш документ. Лейтенант Бусенков, 14-й батальон. Угу. Дотать, пожалуйста, ваши документы. Сначала ваш. Мои, пожалуйста. А что, стоять здесь нельзя? Я вас спрашиваю, у вас террорист какой-то. Инспектор дорожной патрульной службы. Уже полиция. Ну, хорошо. Уже полиция. Уже давно в полиции. Ну, не у каждого же есть еще полицейские корочки. Как это? Вот так. Ну вот как-то меня остановили, а он все еще милиция. Можешь поехать. Был вежливо. Отослан. Отослан? В машину, да. Красиво его подали на камень. Вы... А вот ждете? Да. Сейчас подъедут. Проводить надо людей. А встать тут больше и негде. Верно? Ну лучше здесь не стоять. Ну я все равно постою чуть-чуть, а потом как уедем, так уедем. До свидания. Типа что поднимаете-то вы быстро. Толку-то от этого. Ну проверил ты меня, и что дальше?